Господа, подушка безопасности для мотоциклиста. Мы нашли вот такой вот стенд. Кать, засними. Бьюз. Правильно? Бьюз? Хилайт фирма. Бьюз делает... Вот, вон туда, вон туда. Да, расскажи. Это французский производитель, фирма Хилайт. Французы. Ну, делает... кстати говоря, у первых я у французов такую штуку и увидел. Ну так, французские полицейские, по их утверждению, информация не проверена, но ходят именно в это. Да? Ездят. То есть вся французская полиция. Это уже неплохо. Короче, давай вот поближе посмотрим. Материальчик. Все, в принципе, довольно износостойкое. Ничего, что я тут это Нет, хорошо, открываю. Здесь как раз же мы подтягиваем. Здесь кому-то меньше, больше. Регулировочка. То есть есть вот всякие вот отражающие жилетки, они, ну, такие голимые, какие-то это, еле-еле живучие. Вот здесь именно чувствуется качество. Здесь внутренняя покладка проветриваемая. То есть все вот эти дела, кармашек. Это для чего, интересно? Это для чего? Что там? Так, хороший вопрос. Сам не знаешь. Сам не знаю, это правда. Вот сейчас мы при вас посмотрим. На самом деле мне показывали, но что-то я забыл. Да короче, нет, я не буду. Ну ладно, забей. Не, ну надо досконально изучить. Это что-то технологичное, мне кажется, что-то. Это, мне кажется, для замены, для замены. Это что-то без собачки? Не, замена здесь не производится. Не знаю, тяжело открыть. Да не надо. Тут вот тоже кармашек, это чтобы... Здесь есть штатная защита спины, я так понимаю, правильно? И airbag-пакет внутри. Да, airbag именно внутри, снаружи получается у нас защита. Когда улетел с мотоцикла, ограждение дороги, столб, ударил тебе в спину, он тебе не сломал, то есть первая штатная защита распределила удар и не порвала airbag, потому что он внутри. Здесь баллон, собственно, находится, баллон перезаряжаемый, вытаскивается, закручивается, правильно? Как оно работает? Вот эта штука? Вот баллон. Выкрутили, крутили совершенно спокойно. Когда оно было бы сработано, эта штука будет в руках просто находиться. В руках. Соответственно, и здесь вот этот механизм освободится. Механизм вставляешь. Скажи мне, назад, вот это вот куда цепляется? Это на раму мотоцикла цепляется. То есть вот эту вещь вы цепляете туда, что должно остаться на мотоцикле, чтобы активировать сам механизм. То есть сам механизм чека отстреливается. Вот чека, вот этот шар выскакивает, баллон срабатывает, воздух выстреливает. И пока вы летите, этого времени достаточно, чтобы он надулся и, в принципе... Ну, в некоторых случаях... Примерно время срабатывания полсекунды, то есть там он... Надуется... За полсекунды надувается. Ну, мы сейчас посмотрим, да. До того, как полетите. Плюс есть вот здесь такой немножко механизм пружинистый. То есть, если ты встал с мотоцикла, забыл, что в нем тебя потянуло, ну, и как бы ты никогда не упадешь, потому что для срабатывания надо усилие 35 килограмм, то есть достаточно резко. А он перезаряжаемый вообще? Да, конечно. То есть, вот он сработает, потом увидите, это выскочит вниз. Я вставлю эту чеку назад, закручу ключиком вот на шестигранничком. И просто меняем баллон и все, да? А потом ставлю новый баллон, то есть я заряжаю как в пистолете. Вот. А эта штука сама сдувается, да, потом? А эта штука в течение 3 минут сдувается. Во-первых, человек, когда он в бессознательном состоянии, чтобы его не задушило просто. Да. И поэтому он даже и без сознания, она чуть-чуть сдулась, но до конца она не сдувается, где-то минут 20. Сейчас прямо бегом, пошли. Прямо сейчас. Погнали. С камеры, пошли туда. Сейчас у нас видео. Так, уважаемые мотоциклисты, уважаемые гости, есть немножко. Мы здесь для того, чтобы вам сейчас показать спасательный жилет для мотоциклиста. Ребят, кому это интересно, давайте подходим сюда, поближе к сцене. Есть у нас мотоциклисты, которые ездят за рулем мотоцикла. Давайте сюда подходим сейчас. Буквально коротенькая презентация. Вот видите, тут у нас... Да, меня сейчас вон битые будут хуярить. Давайте, мотоциклисты, есть у нас?
Давайте сюда подойдем, посмотрим на спасательный жилет, который будет спасать велосипедистов в какую-нибудь крайне неудобную ситуацию, крайне аварийную ситуацию. Давайте мы сейчас тогда попробуем, ребят, на сцену подняться, на сцене это сейчас покажем, подтягиваемся к сцене. Что, надо залазить, что ли, или что? Не, ребят, давайте на сцену поднимемся, чтобы всем было видно. Давайте поближе, уважаемые наши велосипедисты, да. Давайте посмотрим. Как зовут? Денис. Так, Денис сейчас расскажет вот коротенько, что это за спасательный жилет. Давай, Денис, у нас буквально 2 минуты, ты должен уложиться в 2 минуты. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Слышно, да? Это жилеты, которые защищают мотоциклистов и сохраняют жизнь. Это аэробэк для мотоциклистов. Сзади он защищен защитой спины состоит. Под этой защитой надувается жилет. Жилет срабатывает, когда вы падаете с мотоцикла. Один конец этого ремешка крепится к раме мотоцикла. Когда человек вылетает с мотоцикла, происходит соответственно выдергивание. Усилия надо 35 кг, поэтому легко дергать можно спокойно. Жилет является многоразовым. Данный баллон выкручивается. После того, как произошло надутие, скручивается новый. Дальше используется. Сколько пафоса, сколько. Так. Также, все понятно. Остальное так, все... Денис, давай мы продемонстрируем, как это все выглядит. Давайте посмотрим. Но, Денис, мы должны показать, как этот жилет в действии. Да. Готов? Как зовут? Артем Бол. Артем, скажи мне, пожалуйста, у тебя мотоцикл? Конечно. А какой? МВ Агуста и КТМ. Сколько лет катаешься на мотоцикле? Лет 7-8. Лет 7-8, ваши аплодисменты. Были какие-нибудь у тебя критические ситуации? Одна. Одна. Слушай, ну это хорошее качество вождения, я так понимаю, да? Но все равно, ребята, это замечательный спасательный жилет, по-настоящему можно сказать. А спасательный жилет, он у нас в прошлом году, мы тоже его представляли, помните, да? Давайте под ваши аплодисменты сейчас продемонстрируем, как он работает. Ну, ребята, молодец, ну готов? Вот, видите, да? А что еще надо сказать, Денис? Надо сказать то, что человек обычно в шлеме едет на мотоцикле, и вот надутие верхней части... Сдувай быстрее, а то сейчас задушу. Не, Вова, уже нормально. Полностью защищает шлем. Она вот тут сдувается. Да, это все правильно. Он сдувается в течение 3 минут. Если вы упали без сознания в мотоцикле, чтобы вас просто не придушил. Потихонечку сдувается, и через 15 минут полностью сдуется. Будем стоять, сказки рассказывать. На спине тоже все надувается. Если человек упал на что-то острое, не проснется, потому что здесь растает, он компенсирует Давайте сейчас. Аплодисменты Дениса, спасибо, это у нас. Да, потом как он называется правильно, Денис? Хилайт, фирма Хилайт Airbag. Вот так вот, ребята, обязательно подумайте над своей безопасностью. Если кто-то очень много путешествует, на самом деле действительно спасет. А самые главные органы – это точно шея, это позвонки. Да. И, уважаемые друзья, мы остаемся здесь, потому что до торжественной церемонии открытия нашей выставки в 2015 осталось совсем немного времени, поэтому давайте оставим.